Солнышки дайте мне. Наливаем. Витя, дружище, чертовски хочется сесть за стол и откушать с тобой водочки. Мазал тов сказать и немедленно селедочкой закусить и сразу же папиного салатика употребить. А затем и картошечка пошла, и как только вторая с бычком уйдет, и третья задам, откинуться на стуле и поговорить. Выражу общее мнение, за тобой серьезная пьянка, дружок, и плов, и так далее. Возраст-то не шуточный, а за нами и тосты, и песни, и шутки, и смех. Так что, друзья, все бережем печень. Ну а сегодня, исходя из ситуации, как бы сказать, для разогрева, наши виртуальные поздравления. Поехали! Остановись мгновение! Мы всегда хотим тебя видеть умным, остроумным, справедливым, мужественным, задиристым, обаятельным. Поздравляем! А водочку передали. Давайте вы. Спасибо. Кипр закрыт, и Бостон закрыт. Ходят по улицам гнусный ковид. Мы все победим ту и эту заразу. И соберемся, как только, так сразу. Ведь все надоело, я выпить готов. Просит душа моя фирменный плов. Ведь от тайги до британских морей плов Юровицкого всех вкусней. Мы с днем рождения тебя поздравляем. Счастья, здоровья, желаний пихаем. Мы тут с Леной, конечно, немножко переборщили и принесли social distancing на новый уровень. Но несмотря на удаленность, мы чувствуем причастие и участие в сегодняшнем юбилее. Будь здоров! С днем рождения! Витюшка, ну вот подошла и твоя очередь принимать поздравления на свой юбилей. Конечно, каждый день рождения особенный и не похож на предыдущий. Но этот год особенный. Мне хочется процитировать то, что мы почти всегда говорим на Пасху. Чем этот год отличается от предыдущих? И ты, как всегда, in the middle of it. Люди бывают разные. Есть уныло существующие люди, есть серо существующие люди. А есть люди, у которых в душе такой заряд, такое взрывное устройство энергии и жизнерадостности, что от их энергетики заряжаешься, как от розетки. Ты человек именно такого типа. Ты жизнелюбивый, жизнерадостный, и все окружающие получают от тебя положительный заряд. Трудно совместить в одном человеке энергию юности и мудрость возраста, но ты совмещаешь. Не могу не пожелать традиционно здоровья и счастья. Пусть в твоей жизни будет все то, что обеспечивает тебе именно твое счастье. И пусть сбываются твои мечты. А если не будут сбываться, я уверена, что вопреки всему ты найдешь силы для того, чтобы сбывать их самому. Как говорят, каждому человеку при рождении дается ангел-хранитель, невидимо поддерживающий, помогающий во всех делах и оберегающий от бед. Ты вдвойне счастливый человек. Рядом с тобой находится ангель во плоти, твоя жена, обладающая ну просто ангельским характером и неземным терпением. Я хочу поднять тост за тебя и за мою сестру, которая всю свою жизнь поддерживала тебя, радовалась твоим удачам и переживала с тобой и за тебя в сложные времена, за ее верность и любовь на долгие годы вместе. Лыхаем. Передаем бутылку следующим. Лыхаем. И пьем за Витю, за твои молодые 70 лет. Поехали. Ну, надо налить. Вот, и выпить за Витю.
Витя, сегодня у тебя историческая дата. Мы с тобой знакомы больше 40 лет. И хочу сказать, что это была привилегия быть твоим другом. Ты у нас tremendous человек. И я хочу тебе заметить, что песни нашего полка еще не отгремели и еще не отстучали копыта. Хотя, как говорится, котелок побит, и та самая маркетанка уже давно ушла на пенсию. Но я хочу выпить за тебя, чтобы у тебя было здоровье, здоровье, здоровье. Но остальное я точно знаю, ты себе купишь. За тебя, Витенька. Хорошо. И передаю бутылку следующему товарищу. Все. Спасибо. Витя, дорогой, поздравляем тебя с юбилеем, с днем рождения. Продолжай оставаться таким же победителем, как ты был всю свою жизнь. Продолжай нас удивлять своим юмором, шутками, подколками. Они нам очень нравятся. Марина. Виктор, с юбилеем, с днем рождения. Желаю тебе быть любимым, любить, быть здоровым и здоровья всей твоей семье. Счастья тебе и удачи. За тебя. За тебя. Пожалуйста. Витюша, мы считаем, что во время эпидемии самое главное – это сохранять чувство юмора и оптимизм. Вот приходит мужик к сыну и говорит: «Сынок, а почему моя бутылка виски наполовину пустая?» А сынок говорит: «Да, батя, потому что ты пессимист. Мы хотим тебе пожелать, чтобы у тебя всегда светило солнышко. Если вдруг подует ветер, то в спину. И если вдруг пойдет дождик, то после каждого дождика будет радуга». Муа! Витя, всех благ, буду краток. Ну, в общем, мужик, ты меня понял, да? Все, любим тебя. Пока. Дорогой Витя, виртуозы Маблхэта подготовили к твоему дню рождения маленький музыкальный подарок. Дорогой Витя, тут нам бутылочку передали. Сейчас мы наполним бокалы. Поздравляем с днем рождения. Будь здоров и счастлив. До встречи после карантина. Передаю другим. Ну, иди ко мне, моя дорогая. Ой, бегу, 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 прибежала. Ну, давай. Thank you. Достопочтимый Виктор ибн Давид, в этот солнечный день шлем тебе привет из прекрасного Бруклан-сарая. Жаль, что ихняя чума держит нас по юртам. Но знай, уважаемый учитель Саксаул, в этот день мы всегда рядом с тобой. Шнейрака, ты опять все перепутал. Не Саксаул, а Аксакал. Витюшенька, будь здоров и приглашай нас скорее не на этот, вот на этот пол. Передавай. Ребята? А сейчас выйти в свет так сложно. Люди стали так осторожны. Друг от друга они далеки-далеки. Никому не дадут руки. А поздравить хочется. Поздравляем. Привет вам из Нью-Джерси. Хотспот, Берген Каунти, коронавирус, все удовольствия. Антисептик, пожалуйста. Текила, текила, правильно, правильно, правильно. Очень помогает. Витюша. В любой стране, в любом краю, мы помним молодость твою. В краю любом. В стране любой ты честно был
самим собой. Не панегирик здесь, не лезть. Так будь таким, каким ты есть. Еще хотя бы четверть века, чтобы не знал ты, где аптека и кто такие доктора. На этом точка. И ура! Ура! Мы утомили вас, друзья. Но не сказать было нельзя. Какой он классный! Мазл тов! Живи богато! Будь здоров! Выхаем! Все, все, не надо кричать, отдаем. Витек, дорогой, к сожалению, должны были быть у тебя вместе отмечать этот прекрасный день в твоей жизни. К сожалению, корона распределилась совершенно по-другому, но, несмотря на это, мы отмечаем великий праздник. 70 лет – это почти 169, как ты правильно выразился. Время начало идти назад. Мы тебя очень любим. Тбилиси – твой дом, в котором тебя везде всегда ждут. Мы хотим, чтобы ты жил долго вместе с нами. Маленький Александр, который только что появился на свет – он тоже тебе передает привет, он, правда, уже спит, но просил передать. Мы тебя все очень-очень любим. Витек, еще 35 лет без капитального ремонта. Ура! Поздравляю! Витенька, поздравляю! Всего-всего наилучшего. Тебе, Ирке, детям, чтобы вы вместе жизни. Все жили вместе долго и радостно. Вместе поздравляю. С нами. Любим очень-очень очень сильно. Догадаться.